В течение августа противотуберкулезный диспансер должен был получить заключение государственной экспертизы. Как нас заверил представитель подрядчика компании Self, строительно-восстановительные работы на долгострое уже в разгаре. Но о полной готовности диспансера говорить еще рано. 2021 год – только предварительный срок окончания строительства, и он может в очередной раз сдвинуться. В настоящий период времени работы на объекте продолжаются. Работы ведутся в основном по вспомогательным корпусам, таким как пищеблок, патологоанатомический корпус и прачечная. До конца года планируем максимально завершить отделку в данных корпусах. Также ведется монтаж внутриплощадочных тепловых сетей, которые планируются завершиться к отопительному периоду. Наш канал просил организовать поездку на объект с представителями Министерства строительства. Сначала съемочной группе дали добро, но потом предложили перенести экскурсию на целый месяц. Поэтому за ворота мы не попали. Однако на стройку все равно съездили. Пока находились около входа с видеокамерой, ни охранник, ни какие-либо рабочие к нам не вышли. Не было видно и работающей техники. Думаю, 3 года назад было не лучше. Фактически объект без консервации простоял 3 зимы, более чем 3 года, 3,5 года. На сегодня, в 2016 году, контракт был расторгнут Минздравом и был заключен контракт в ноябре 2017 года на 800, ну сейчас так, в сегодняшних ценах, на 840 миллионов рублей с ООО «Self» на достройку этого объекта. Представитель строительной компании Self сообщила нам, что на стройку уже потратили около 80 миллионов рублей. Эти деньги, с ее слов, ушли на восстановление зданий. За несколько лет простоя они начали разрушаться. А я напомню, что губернатор в конце мая в рамках пресс-тура на объект был возмущен тем, какое количество средств из бюджета уже пропали на этой стройке. Ну, принцип, мне представляется, здесь должен быть такой. Уже накушались на этом объекте. Поэтому 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Возможно, какие-то работы и ведутся за стенами, но нам не удалось их увидеть. И по-прежнему не ясно, есть ли контроль Министерства строительства за этим объектом или он прописан лишь на бумагах. Дождемся ли мы тубдиспансера, тоже большой вопрос.